Всем привет, с вами мисс Аля, и сегодня у нас заброшка. Мы пойдем исследовать вон тот домик. Итак, исследовать будем так. Папа спрячет пазлы. Очень где-то далеко-далеко. Не знаю, очень сложно будет искать, а я буду их сама искать. Там очень страшно. Итак, пойдемте. Вот она заброшка, сейчас будем искать вход. Там какая-то нора, непонятно, кто там живет. Может, нет, может, лисица, может, заяц, не знаю. Кто-то может жить, не помню. А может, там пока никого нет. Давайте посмотрим. Да, там никого нету, там маленькая нора. Наверное, начинают только жить. Лисы или лисица. Итак, идем искать вход. Ну вот я забралась. Жалко, что тут ступенек нет. Тут пока ничего нет, крышки всякие, табак. Всякие камни. Но пока ничего нет. Почему? О, тут какой-то чайник разбили. Чашка. Мне тоже такая была как-то. Тут серое, не знаю, покрывало что ли, не знаю. Тут бутылки, стекляшки всякие, таблетки и кукуруза. Сок. Много чего есть, но тазиков нету. Опа! На второй этаж никак не забраться, лестницы нет. Значит, на первом этаже только. Давайте искать. Тут точно нет? Давайте проверим. Семечки всякие. Пойдемте, обойдем вот тут. Свет.
Пока ничего нету. Сейчас посмотрим этот уголочек. Тут ничего нет. Опа, тут что-то есть. Смотрите, какие тут пони. А что ты на второй этаж не подняла? А там нету лестницы. Нету лестницы. Вот. Пони. Поедем на другую заброшку. Да! На другую? Да, и будет как раз два видео. Итак, заброшка получилась не такая, как я хотела. Я думала, что тут будет лестница. Но тут не оказалась лестница. И она маленькая, пришлось искать маленькую. Заброшка маленькая, и я быстро нашла пазлы с понями. В следующий раз мы пойдем на другую заброшку. А потом еще пойдем на пятиэтажную заброшку. Она очень-очень-очень большая. И там я буду очень долго-долго лазить и показывать вам все. Всем пока, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Let's go, no, she must flow.